музее посетителей ждет традиционный экскурсионный час. Им расскажут о раскопках древнего города и археологах, принимающих в них участие. После экскурсии на территории музея развернется настоящий амфитеатр. Ощутить себя гладиатором смогут не только актеры, но и некоторые зрители. Лучшие бойцы получат призы от Анапского археологического музея. Открывается наш амфитеатр, большая арена, на которой ежегодно, опять же, музей показывает какую-то изюминку из черного ящика, достает, да, кота, скажем так. В этом году он им является программа «Герои арены» с участием гладиаторов. Реконструкция гладиаторских боев. Это интересная театрализованная программа, то есть познакомиться с типажами гладиаторов, как это все происходило. Понятно, что это реконструкция, мы против насилия, будет имитация, но могут быть спокойны, потому как все-таки в этом программе принимают участие профессионалы. И профессионалы, конечно, покажут свои умения, будут танцы и силовые какие-то упражнения. Торжественное открытие пройдет в Горгипе в 7 часов вечера. Анапский археологический музей приготовил для своих посетителей массу сюрпризов. Здесь пройдут передвижные выставки, а творческие коллективы города-курорта выступят со своими номерами. Ближе к ночи любители кино смогут посмотреть фильм «На крепости». Картина будет транслироваться прямо на исторический памятник «Русские ворота». Не заскучают и самые юные зрители. Детям предложат порисовать и поиграть в компании своих любимых мультипликационных героев. Для совсем маленьких ребят в этот день открывается выставка, которая называется «Веселые мультяшки». Это интерактивная выставка, которая предлагает им окунуться в мир их любимых мультфильмов, как русских, так и зарубежных. Очень большая разнообразная программа, мы всех ждем, работать будем до самой ночи, поэтому всех приглашаем в наш музей.